Здравствуйте! В прошлом видео показал, как я делаю звездный тетрайдер из куба на токарном станке. Адрес видео есть в описании. Для изготовления звездного тетрайдера пришлось изготавливать специальные приспособления, в частности оправки для крепления заготовки. В этом видео покажу, как я делал на фрезерном станке эти оправки, которые нужны при изготовлении звездного тетрайдера. Были изготовлены 4 специальные оправки. Заготовки для них выточены на токарном станке. 2 оправки имеют гнезда под вершину куба, и они сейчас установлены, а другие 2 под вершину тетрайдера. То есть форма гнезд в оправках имеет форму трехгранных пирамид, которые образованы гранями куба и тетрайдера соответственно. Из 2 оправок с одинаковыми гнездами одна оправка длинная закрепляется в токарном патроне, а вторая короткая в специально изготовленном вращающемся центре. Изготовление центра показано в одном из моих видео, адрес есть в описании. В этих оправках сейчас установлен куб, и сейчас можно ввести его в обработку, начинать делать звездный тетрайдер. Теперь я покажу, как я делаю оправки. Шпиндель фрезерного станка повернут на нужный угол. В данном случае на угол для выполнения гнезда под вершину тетрайдера. По расчету этот угол равен 19 градусов 28 минут. Я сделал примерно 19,5 градусов. Для поворота детали установлено делительное устройство. Как я его сделал, показано в одном из моих видео. Адрес есть в описании. И это делительное устройство имеет вертикальную ось вращения, а для изготовления оправок необходимо, чтобы ось вращения была горизонтальной, так как у этого фрезерного станка ограничен угол наклона шпинделя. Поэтому я сделал уголок. Уголок сварил из листового металла, который нарезал с помощью УШЕ. При изготовлении уголка очень помогло такое магнитное устройство. Контролировал угольником. Для того, чтобы сделать гнезда в оправках, необходимо выполнить в них по 3 пропила под углом 120 градусов друг к другу. В токарный патрон установлена заготовка оправки. Установлена фреза толщиной 0,8 мм. Сейчас буду делать первый пропил. Первый пропил готов. Повернул делительное устройство на 120 градусов. Сейчас сделаю второй пропил. Повернул еще на 120 градусов. Сейчас буду делать третий, последний пропил. Все пропилы выполнены. Вывалился кусочек, как бы срезанная пирамидка при вершине тетрайдера. Именно такая часть тетрайдера и встанет в гнездо оправки. Теперь надо изготовить 2 оправки с другой формы гнезда под куб. Изготовление этих оправок отличается только углом наклона шпинделя фрезерного станка. Все 4 оправки готовы. В них будет изготавливаться звездный тетрайдер. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал.